Окей, на смену бюджетному смартфону Galaxy A01, это прошлогодний бюджетник, пришло обновление Galaxy A02. Именно он у меня в руках, такой вот красивый, синий, рифленый. Именно про него в этом видео мы поговорим. Этот смартфон заметно прибавил в габаритах, и не только. В целом Galaxy A02 это хороший выбор для тех, кому нужен смартфон с базовыми функциями и по достойной цене. У смартфона безграничный экран с такой вот аккуратной фронтальной камерой, которая спряталась в капельке. Сам экран IPS 6,5 дюймов, разрешение у него 720 на 1600 пикселей, а плотность этих пикселей 270 на дюйм. Частота обновления экрана 60 Гц, и размеры полностью ты видишь на своем экране прямо сейчас. Он весит около 206 грамм. Есть предустановленное приложение, нам сразу со старта предустановили почту Mail.ru, Яндекс.Дзен, Spotify, на минуточку тоже сюда нам предустановили. 2 GIS и YouTube Music, ну это гугловский сервис, в общем-то такой вот комплект предустановленных приложений на смартфоне в Беларуси. Выбрать смартфон можно из трех цветов, это черный, красный и синий. Сам корпус пластиковый, а задняя панель еще в придачу немного матовая. И я обратил внимание, что отпечатки пальцев корпус собирает неохотно, их видно, когда сверху есть хорошее освещение, когда достаточно много света, тогда в общем-то такие приглушенные отпечатки пальцев немного заметны. Но я думаю, что при в использовании, где-то в комнате, в квартире, в кабинете этих отпечатков видно не будет. И мне кажется, что это хорошая тенденция, которая начала проявляться в смартфонах Samsung, особенно в бюджетниках в последнее время. Это классно. Телефон сохраняет аккуратный вид, и им становится приятно пользоваться. За это я ставлю свой лайк. Сканера отпечатка пальца для разблокировки смартфона нет ни в каком виде, его нет в кнопке питания, его нет на задней панели, его, в общем-то, и не было в предыдущей версии смартфона в Galaxy A01, поэтому в этом вопросе смартфон и не потерял, и не прибавил. Доступно три способа разблокировать этот телефон. Это пин-код, графический ключ, либо же просто поставить какой-то пароль. A02 работает на 4-ядерном процессоре MediaTek. Это достаточно простой процессор, но и телефон, надо не забывать, что тоже весьма бюджетный. Он относится к категории, наверное, самых бюджетных из всей линейки смартфонов Samsung. И он, в общем-то, ориентирован на достаточно простые задачи, которые мы требуем от самых простых телефонов. Я думаю, что на процессоре здесь нет смысла зацикливаться. В предыдущей версии, кстати, он был лучше, там стоял Snapdragon, и он был 8-ядерным, 439-я версия, если я не ошибаюсь. Кроме этого, в этом смартфоне 2 гига оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной. Если вдруг этого места будет недостаточно, если его занять, например, какими-то простыми играми, медиафайлами, каким-то другим контентом, который мы храним на своем телефоне, тогда можно добавить сюда карту памяти microSD, есть соответствующий слот, и карты памяти поддерживаются объемом до 1 терабайта. На смартфоне установлена Android 10 с фирменной самсунговской оболочкой One UI. Оболочка One UI дает дополнительные функции вам как потребителю. Одной из этих функций является ночной режим. Еще есть удобное управление уведомлениями через панель быстрого доступа. В смартфон установлена двойная камера, основной модуль на 13 мегапикселей и есть дополнительный модуль для макросъемки, он на 2 мегапикселя. Фронтальная камера 5 мегапикселей, и для обычных рядовых фотографий такой камеры, мне кажется, будет вполне достаточно. Бесспорно, Galaxy A02 может похвастаться своим аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой почти 8 Вт. Разъем подключения microUSB версия 2.0. С таким емким аккумулятором можно на сутки смело забыть про зарядку, а если сценарий использования будет такой, в котором вы редко обращаетесь к смартфону, тогда и на несколько дней вовсе. A02 получил улучшенную версию Bluetooth, теперь это версия 5.1, у предшественника была версия 4.2, поэтому теперь беспроводные наушники или фитнес-браслеты будут проще и быстрее подключаться к смартфону. NFC в Galaxy A02 нет. Купить такой смартфон в Беларуси можно в интернет-магазине МТС, ссылку я оставляю в описании под этим роликом. Он стоит на сегодняшний день 319 белорусских рублей, либо же 13 рублей в месяц, если покупать его в рассрочку. Если это видео было тебе полезно, подписывайся на канал, ставь лайк, я с тобой не прощаюсь, совсем скоро увидимся.